Сегодня прямо на грузовом поезде мы не доставим ни что иное, как настоящий ретро-трамвай со светом и звуком от компании Технопарк. Где такое достать и за сколько, все расскажу в видео. А наш поезд уезжает, кстати, о нем тоже есть обзор. И это никакой, ребята, не экскаватор. Кто-то мне спрашивал, экскаватор на рельсах. Нет, это кран. И про него есть обзор. Тоже на канале можете найти. Железнодорожный кран, по-моему. Или железнодорожный. Короче, есть плейлист железнодорожный. И там вроде бы должно быть видео об этом замечательном кране. Так, уезжает он вместе с платформой. Кстати, в предыдущем видео был вот такой вот Mercedes Кабан. Да, видео вышло без звука. Ну, некоторые люди любят такое, да, там, повертеть в руках, без лишней болтовни, от первого лица. Поэтому вот сделал такое видео. Вообще, вот такой вот здоровский Mercedes, посмотрите. Мне прям вот зашел. Я его немножечко тюнингану и оставлю, конечно же, в своей коллекции. Хоть он и в масштабе 1.32, но место ему на полке однозначно. Мне нравится. Пока что в 43-м масштабе у меня, к сожалению, нет. Ну, может, найду и куплю. Обязательно. Вы посмотрите, только детализация. Вот даже если брать капот, посмотрите. То есть вот эта верхняя часть, как у настоящего автомобиля. Ну, двигатель, ладно там. Но сам капот вот сделан качественно. Ну, а сегодня у нас ретро-трамвай. Такой, кстати, трамвай я видел в реальности. Стоят они во многих городах как памятники. Ну, может быть, и не такой я видел. Короче, я знаю, что в городе Саратове, привет подписчикам из города Саратова, есть похожий, ребята, трамвай. Ну, по-моему, он цвета другим. И тоже шел, по-моему, на вокзал. Здесь вот также табличка идет, что он на вокзал ходит. Кто подписчики оттуда, поправьте меня. Ошибаюсь я, не ошибаюсь. Ну, в общем-то, самое интересное, что он со светом и звуком будет. И мне интересно, что же данный трамвай говорит. Так, серия идет вот такая. И что мы снимали? Ну, в принципе, практически все снимали, кроме вот этого ЛиАЗ, это, да, по-моему, автобусы. Но у меня есть в 43-м масштабе другой, ну, более такой, так сказать, качественный. Можете посмотреть. А на остальное я все, по-моему, уже снимал обзор. Так, открываем. Открываем. Распаковка, да? Распаковка сегодня у нас трамвайчика. Про него мне писали очень много. Говорили, сними, сними. И я рву коробку. А так неохота мне делать. Зачем мне ее рвать, если можно открыть аккуратно. А может быть и нельзя, да? Смотрите, рвется. Эх. Смотрите, и тут рвется. Эх ты, ну что такое прям. В этом нам поможет тогда отвертка. Вот так вот. Открыли аккуратненько и достаем. Здесь самое, что интересно, рабочий пантограф. Так, на внешний вид клевенький вообще. Ладно, ладно, сейчас рассмотрим. Разбирается у нас, раскручивается, вернее, модель двумя винтиками. Сейчас все с вами и открутим вместе. И посмотрим. Модель, я чувствую, из металла. Идет, давайте вот так вот, чтобы видно было. Так, один винтик открутили. И другой. Масштаб, конечно, это не 43-й. И вот последнюю электричку от технопарка я снимал. Там тоже не 1,87. А все-таки мне люди написали, что масштаб этот называется. Есть железнодорожный масштаб 1,87. Есть железнодорожный масштаб 1:120. И вот еще один я забыл. В общем, есть H0, TT и M масштабы. Но я не помню. Вот что-то я забыл прям. Какой же еще? 1:120, 1:87 и еще один какой-то. А вот какой, напишите мне комментарий. Если знаете, конечно же. И мы пришли к выводу с подписчиками, что та электричка, которую я снимал, R9 ПК, маленькая, небольшая, она в масштабе 1:120. То есть это масштаб, получается, N. Вроде бы N. Если я опять-таки не ошибаюсь, к железнодорожному моделизму мы только придем. И посмотрите, здесь прям можно его на рельсы поставить. Только смотря на какие. Широковатые они.
Для 1,87 они широковатые, я вижу точно. А для этих они маловатые. Как бы. Ну ладно, давайте рассматривать. Посмотрите, у нас есть передняя фара у данного трамвая. Вот это провод идет. Ну, сцепок здесь как таковых не было. Такие просто буфера стоят. Вот. Место водителя трамвая. Сейчас я вам... Тут двери. Я думал, двери открываются. Ну, а смысл здесь в открывании двери? Там руль находится. Не руль. Такой руль. У трамвая руль. Да, вот это сказанул. В общем, штурвал, как там правильно-то сказать? Ну, похож там на руль, но это тормоз, я так понимаю. Вон, видите, не заглянешь, что как-то под углом идет. В общем, короче, руль там. С другой стороны тоже у нас руль. Штурвал. Вон, видите, с другой стороны тоже есть руль. Значит, здесь у нас фонари здесь. О, он одинаковый, прям с двух сторон, смотрите. Здесь у нас центр вокзал написано, маршрут номер один. Здесь фара, да? И сверху два фонаря. Крутим так. Здесь у нас получается центр вокзал, то же самое, да? И здесь у нас фара и два буферных, так сказать, фонаря. Не буферных, а, наверное, ну, габаритных огня. Стоп-сигналов, я не знаю. В общем-то, в целом все здесь... одинаково. Поднимается, как я сказал, только приемник. Крыша выглядит вот таким вот образом. Из пластика. Сам корпус металлический. Внутри у нас находятся полки, лавки. Ну, в виде таких просто скамеек. И все. Не знаю, видно, не видно вам. А, вот так можно заглянуть, кстати. О! Ну, в целом, вот вообще очень красиво сделан. Аккуратно, я бы сказал. Аккуратно и красиво. Не знаю, насколько уже детализировано, но тем не менее. Ну что ж, открываем. Вернее, убираем вот защиту от батареек. И куда же нам здесь нажать? О, на задние колесики. Произошел такой вот, ну, звуковой сигнал старого трамвая. С двух сторон горят фонари. Слишком тихий динамик, на самом деле, может быть, это от того, что сели батарейки. Но здесь все-таки звук современного трамвая, я бы не сказал, что это старый, я думал, что-то будет из старой серии. Может быть, только вот этот звук и все, остальное все более-менее современное. Но в целом интересно. Масштаб, конечно, ну, может быть, вот этот масштаб 1:87 и подходит. Сейчас я прямо секунду возьму лестницу, возьму рельсину, и мы поставим, ну, потому что, вы поняли, да? Вот идет сама рельса, да? И она похожа на лестницу, я почему-то так сказал. Ну, не знаю почему. Ладно, такое видео сегодня. Здесь еще инерционный механизм. То есть он может кататься по прямому, так сказать. А, вот он. Вот так. Нашли перед. Значит, перед у нас вот здесь вот. Так, пошел я за лестницей. Поставим его, посмотрим, будет он стоять или нет. Кстати, многие тоже мне пишут, где взять рельсы, где взять тележки. Ребят, подпишитесь на второй канал. Называется он Toy House Life. Ссылка на него всегда в описании. Там я обо всем рассказываю, отвечаю на ваши вопросы и провожу прямые эфиры. Поэтому жду вас там. Можете подписаться и найдете ответы на все ваши вопросы. В целом, смотрите, ну широковато, как я и сказал. Вот, не знаю, видно вам, нет. То есть колеса у нас... заходят за саму шпальную, так сказать, решетку. Вот. И, то есть, ну, заменить чисто теоретически можно. Масштаб очень близко к 87-му, но могу ошибаться. Поэтому не буду утверждать, что это масштаб 1.87. Но в целом трамвай очень красивый, нарядный. Купил я его на ВБ. И стоимость мне обошлась в районе...
По-моему, 650 рублей со светом и звуком. В общем-то, жалко, дверки не открываются. Но они здесь в целом и не нужны. В общем-то, вот такой вот видос, ребята. Если вам понравилось, поддержите лайком. Напишите комментарий обязательно. Ну все, всем пока. И всем самое главное, конечно же, добра.